Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для пуловера. Узор простой, несложный, вяжется быстро и легко. Он состоит из столбиков с накидом, лицевые рельефные столбики и столбики без накида. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 2 петли. Для примера мы наберем 9 воздушных петель. Первую петлю мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набрали. Держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. В ту петлю, которую держали, в четвертую от крючка, мы провязываем столбик с накидом. И теперь заходим в каждую петлю и провязываем ряд столбиками с накидом. Первый ряд связан. Начало второго ряда. Одна воздушная петля подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй. И провязываем ряд столбиками без накида. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй. И провязываем столбик с накидом. Заходим в следующую петлю по ходу вязания и провязываем еще один столбик с накидом. Это у нас есть начало третьего ряда. Теперь нам надо провязать лицевой рельефный столбик, который будет из первого ряда. Вот он у нас, третий столбик. Мы заходим под этот столбик крючком и провязываем лицевой рельефный столбик. 1. Провязали. Далее мы заходим в следующий столбик и провязываем обычный столбик с накидом. 1. Делаем накид на крючок. Заходим под следующий столбик по ходу вязания. И провязываем лицевой рельефный столбик. Провязали. У нас получилось 2 рельефных столбика. Вот они. В конце мы провязываем 2 столбика с накидом в каждую петлю. В каждый столбик предыдущего ряда. 1, 2. Мы с вами связали третий ряд. Смотрите внимательно, на схеме у нас получилось 2 рельефных столбика. Начало четвертого ряда, 1 воздушная петля, переворачиваем работу и провязываем ряд столбиками без накида. Мы с вами связали четвертый ряд. Начало пятого ряда, 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. И теперь смотрите, нам надо провязать 7 столбиков с накидом. Мы первый столбик не трогаем, заходим во второй, провязываем столбик с накидом 1, заходим в следующую петлю, провязываем столбик с накидом. А теперь нам надо провязать лицевой рельефный столбик из нижнего лицевого рельефного столбика. У нас эти столбики теперь видно, мы заходим под столбик и провязываем лицевой рельефный столбик 1. Далее мы вяжем 1 столбик с накидом, столбик предыдущего ряда. Здесь нам надо провязать еще один лицевой рельефный столбик. Мы его цепляем за лицевой рельефный столбик предыдущего ряда, и они у нас один за одним тянутся.
конце мы провязываем 2 столбика с накидом. Столбик, столбик предыдущего ряда. Один. И последний столбик, столбик без накида предыдущего ряда. Мы с вами связали 5-й ряд. Вот они у нас рельефные столбики. Начало 6-го ряда. 1 воздушная петля. Переворачиваем работу и провязываем ряд столбиками без накида. 7. Мы с вами связали 6-й ряд. Это у нас изнаночная сторона. Переворачиваем работу. Это лицевая сторона с лицевыми рельефными столбиками. Начало 7-го ряда. 3 воздушные петли подъема. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй. Провязываем столбик с накидом. И вот теперь обратите внимание, у нас идет увеличение столбиков. Нам надо из 2 столбиков провязать 3. Теперь у нас есть обычный столбик с накидом и лицевой рельефный столбик. Мы заходим под первый столбик, обычный, под столбик и провязываем лицевой рельефный столбик. 1. Далее мы заходим, у нас получается вот лицевой рельефный столбик, мы заходим в него и провязываем обычный столбик с накидом. Далее мы заходим в столбик с накидом предыдущего ряда, под столбик и провязываем лицевой рельефный столбик. Далее мы заходим в столбик, лицевой рельефный столбик предыдущего ряда и провязываем лицевой обычный столбик с накидом. И еще нам надо провязать 1 лицевой рельефный столбик. В конце ряда провязываем еще 1 столбик с накидом. Вот смотрите, у нас как, у нас было 2 рельефных столбика, теперь у нас получилось 3 рельефных столбика, которые вывязываются из столбика с накидом предыдущего ряда. Мы с вами связали 7-й ряд. Начало 8-го ряда, 1 воздушная петля. Переворачиваем работу и провязываем ряд столбиками без накида в каждую петлю. Провязали ряд столбиками без накида. Мы с вами связали 8-й ряд. Начало 9-го ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, который вот он у нас первый. Мы заходим во второй, провязываем столбик с накидом 1. Теперь у нас есть 3 лицевых рельефных столбика. Мы заходим под лицевой рельефный столбик предыдущего ряда и провязываем лицевой рельефный столбик 1. Так. Далее по ходу вязания мы заходим в следующий столбик и провязываем обычный столбик с накидом. Заходим в следующий столбик, лицевой рельефный столбик предыдущего ряда и провязываем лицевой рельефный столбик 1. Далее мы провязываем столбик с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда, лицевой рельефный столбик. Мы заходим крючком под лицевой рельефный столбик предыдущего ряда. В конце ряда, в столбик без накида предыдущего ряда, мы провязываем столбик с накидом 1. Мы с вами связали 9-й ряд. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели, которую можно связать этим узором, я оставлю в ссылке под видео. А всем пока-пока!